Как вам нравится то, что здесь уже сделано? Удалось прогуляться? Очень красиво, да, прогуляли. Вот сейчас продолжать будем еще на 12 километров. Здесь совсем, здесь около 2 километров. Вот. И получится у нас уже 14-15 километров такого непрерывного экологического природного парка. Будете гулять детишками со своими. А если предположить, что еще так вот полтора десятка километров на первом этапе? Да, да? Да, в ту сторону. Представляете, супер. 15 километров можно прогуляться. Там очень красиво, я сделала лужайки, такой дизайн, еще, и все. А еще имейте в виду, что это добавляется. Мы шли со стороны зоопарка, да, а я тоже оттуда прошел. Посмотреть, да. Не зря все это делали. Никогда такого. Здесь были уточки, андаторы, еще что-то. Но, к сожалению, количество сбросов и в то время, и пока еще в некоторых продолжается, но запредельное. Это отдельная такая тема. Я помню, на первом этапе специально дал поручение, сколько сбросов несанкционированных. 160 с лишним. А вот дома строятся, люди куда бросают. Вот речка рядом. Речка все перемерит. Но она не такая великая река, которая, она маленькая, красивая природная речушка. Ее надо вот сейчас привести в порядок. Это процесс не одного дня, даже есть здесь задержки некоторые. Ну, поправим. А вот сделать ее постоянно действующим, непрерывным экологическим парком через весь город Ростов. Красотища.